Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутейший самонадувающийся термоизоляционный универсальный коврик от фирмы Terra Incognita, модель под названием Camper. Толщина данного коврика составляет 3,8 см, а весит он 1 кг 360 грамм. Идеально подходит для пешего туризма, для высокогорного туризма, для альпинизма и просто для активного отдыха. В данный момент у нас есть зеленый и синий цвет. Давайте же этот коврик разберем на примере синего цвета. Зеленый мы пока отставим, он нам не понадобится. В комплекте идет у нас сам коврик, ремкомплект, это очень важно, и, конечно же, фирменный чехол для более удобной транспортировки данного коврика. Это пока все отложим, уберем резиновые стяжечки и откроем сам коврик. Вот так вот этот коврик выглядит в сдутом состоянии. Внешний материал, тот, на котором мы лежим, выполнен из специального хани рипстопа. Материал дна у нас Oxford Dyed, который гарантирует больший срок эксплуатации и делает это дно более надежным. Наполнитель в данной модели является пенополиуретан. Плотность его 18 кг на метр кубический. Это неплохо. Чтобы начать использовать данный коврик, достаточно открыть клапан, дождаться характерного звука наполнения воздухом и просто оставить этот коврик, чтобы он набрал воздуха в течение нескольких минут. Хочется также вам сказать, что в данной модели не пластиковый, а латуневый клапан, что делает его непревзойденно надежным. Как только вы надуете весь этот коврик, ну, он заполнится воздухом, вы можете закрыть клапан и спокойно начать его использовать по назначению. Если вы его хотите свернуть, вы заново открываете клапан и легкими движениями начинаете скручивать коврик так, чтобы весь воздух, который находится внутри данного коврика, равномерно вышел через клапан, и вы его смогли спокойно убрать в заводскую упаковку, то бишь чехол. Собираясь в путешествие, не забудьте взять с собой крутейший самонадувающийся коврик. Но только его можно найти на одном сайте – mandrivnik.com.ua.